Всем привет! С вами Fancy Something. Приближаются новогодние праздники, и с этого видео начинаю новогоднюю тематику. Я вам предложу пару советов, как упаковать подарки, подскажу идеи подарков на Новый год, так что ждите. А в этом видео я вам расскажу, как сделать упаковочную бумагу своими руками, а-ля крафт-бумага, с помощью бумаги и чая. Только не наливайте молоко. Ну что, начнем? Завариваем крепкий чай. Чем крепче, тем лучше. Тонируем простую белую бумагу пакетиком чая. Не трите, иначе появятся катышки. После просыхания чай на бумаге значительно темнеет, но если вам все же недостаточно цвета, повторите процедуру. Вариант второй. На бумагу капаем чаем. Получается очень интересный эффект. Теперь ваша бумага с узором. Вариант третий. Возьмите ушную палочку, макните в чай и усыпьте всю бумагу точечками. Если попадаются большие капли, не страшно, наоборот, в результате получится очень красиво. После просыхания вы можете прогладить бумагу утюгом. Для тех, кто любит рисовать. На такой бумаге очень круто получаются карандашные рисунки. Вот и все. Видите, как просто? Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал Fancy Something, ставьте лайки, пишите комментарии, они меня очень радуют. До следующего видео, всем пока!